Отец призывает ее прийти сюда, поговорить со мной. Отец призывает тебя прийти сюда, поговорить со мной. Крутой Геннадий Кириллович, я призываю тебя прийти сюда, поговорить со мной. Крутой Геннадий Кириллович, я призываю тебя поговорить со мной. Крутой Геннадий Кириллович, призываю тебя поговорить со мной. Если ты здесь, скажи, как звали твоего отца. Отец, почему ты умер? Где сейчас ты находишься? Отец, ты хочешь, чтобы я пришел к тебе на кладбище? Что ты хочешь матери передать? Что ты хочешь передать нам, сыновьям? В каком ты сейчас мире находишься, отец? Тебе там хорошо? Посещал старую свою квартиру. А к нам с Натальей приходил. Ты была на Кристине уже, дочери мамы. Хотел бы изменить в своем физическом теле другую жизнь, построить бы, если бы вернуться обратно. Ты знаешь, что ты покинешь этот мир?
Что бы ты хотел еще сделать? Ладно, спасибо, отец, за разговор. Я тебя отпускаю. Уходи, отец. Уходи, отец. Уходи, отец.